Константин, добрый день. Какую продукцию вы сегодня привезли на выставку и чем порадуете? Добрый день. Привезли мы на выставку сегодня энергетическую жвачку. Я представляю компанию Quick Energy. То есть мы являемся производителем, производим ее в Чехии. Вот. Приехали на выставку для того, чтобы предложить аудитории абсолютно новый продукт, который сделан на основе таурина и кофеина. Скажите, как вы уже реализуете свою продукцию и тяжело ли попасть на прилавки крупных ритейл-сетей? Мы пока на начальном, скажем так, на начальном этапе реализации. Вот. Я бы не сказал, что мы сейчас реализуем, мы наоборот сейчас пытаемся найти партнеров для дальнейшего сотрудничества. Практика говорит о том, что пока тяжело, очень тяжело попасть в крупные маркеты или с крупными ритейлами начать сотрудничество, потому что условия тоже очень и очень непростые. И, скажем так, каждый ритейлер диктует свои условия. И надо быть гибким, надо доказывать постоянно продукт новый, объяснять. То есть очень много вот такой вот работы. А вот такой вопрос. А почему производство у вас находится в Чехии, а не, допустим, в России? Там же гораздо дороже производство выходит. Первое. Я сам проживаю в Чехии. Вот. Второе. Все компоненты, которые мы применяем к производству, они, в принципе, европейского качества. И наша компания решила, мы же не только производим для России, или завоевываем рынок России. То есть у нас производство и продажи нацелены на другие страны. Вот, допустим, там полгода назад мы были в Японии. Есть очень интересное предложение с Японией, дальнейшее. То есть для того, чтобы мы могли нашу продукцию позиционировать и грамотно продавать, нам, понятно, лучше всего заявить, что мы производим или находится производство в Европе, а не в России. К сожалению, на сегодняшний день пока так есть. Реалии таковы. Да. Константин, спасибо вам огромное. Все, да.